Всем привет, друзья! Говорят, что дешевые фильтры, масляные фильтры, убивают двигатель. Давайте разберемся, так ли это. Я сейчас расскажу про свой пример, про свой случай. Раньше, особо не понимая, не разбираясь, при покупке масла мне давали вот такой вот фильтр. Подбирали недорогой СКТ. У меня машина 15 лет. И практически все 15 лет я ставил СКТ. Часто мне в комментариях писали, когда я создавал видео, что отстойный фильтр, погубишь двигатель и так далее. У меня за 15 лет использования этих фильтров проблем никогда не было. Иногда я покупал Bosch. Немного подороже, но как бы разницу я не увидел. Фильтры, конечно, я выбрасывал, но вот какая-то маленькая часть осталась, по которой видно, что в основном у меня фильтры именно СКТ. Для чего-то хотел применить, что-то из них сделать, но так как-то и не получилось. Масляные фильтры я меняю при замене масла. Обычно это в среднем где-то 7-8 тысяч. После зимы еще раньше. Ну а если на длительное расстояние по трассе, то бывает до 10 тысяч, если масло хорошее. Не всегда какой-то бренд является хорошим. Часто под видом бренда также продаются некачественные фильтры. В общем, я ни к чему не призываю, ни за что не агитирую. Каждый выбирает сам. Кто-то любит дорогие, оригинальные вещи, кто-то более дешевые. Я просто особой разницы не увидел. 15 лет – это большой срок. У многих знакомых уже машины ушли в утиль, не то что двигатели. А у меня за 15 лет как бы и проблем-то не было. Главное – менять вовремя, менять масло, менять фильтр, и все будет нормально. Ну вот сейчас буду 1500 раз менять фильтр. Стоит такой же. Масло буду заливать Лукойл Genesis. Фильтр купил на Озоне. Поменяю масло, ну и заведем двигатель. Слил масло, снимаем старый фильтр. Тоже СКТ. Фильтр на месте, заливаем масло и заводим. Пока достаточно. У меня кнопка, можно покрутить двигатель без зажигания. Наполним фильтр. Теперь заводим. Все, лампочка погасла. Давление нормальное. В общем, все работает, проблем никаких нет. Пишите комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока.